Приветствую вас, друзья! В этом видео речь пойдет о любовном заговоре. Или, если сказать точнее, заговор на любимого человека. Этот заговор поможет вам как влюбить в себя конкретного человека, так и восстановить отношения, например, если они слегка испорчены, либо укрепить их и освежить. Но прежде чем использовать этот заговор, нужно зарядиться силой стихии огонь. Для этого достаточно минут 5-6 просто посмотреть на пламя свечи. Итак, зарядились этой стихией, зарядились огнем. Затем закрываем глаза, и на ментальном уровне нужно вызвать образ любимого человека, то есть представить его перед собой. И направляя на этот образ свой энергопоток, то есть обращаясь к нему, произносим такой заговор. Огнем в ночи пылаю, тебя, называете имя любимого человека, к себе призываю. Ночью тебе приснюсь, в сердце твоем поселюсь, быть тому. И этот заговор можно использовать неоднократно, в любое удобное для вас время. Спасибо за внимание, друзья. Спасибо, что вы со мной. Всем желаю любви, всех благ. И до новых встреч!